А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Ребят, всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги. И сегодня у нас видео вот в таком вот формате, глаз на глаз, как говорится. Это потому, что я хотел бы поговорить о ситуации в проекте ProfitBot, рассказать, как что сейчас там работает, и о сообществе WebTalking Profit в целом. Потому что я вчера посмотрел брифинг, будет новый крутой проект, о котором я расскажу в конце видео. Так что досмотрите ролик до конца. Итак, начнем мы, я думаю, с ситуации в ProfitBot. В общем, ситуация такая. В прошлый четверг вечером проект ушел на техработы, вышел из них в 12 часов утра по Москве в субботу, то есть более суток он был на техработах. И после того, как я захотел зайти в кабинет, меня не пустило, потому что необходимо было пройти идентификацию. Я это сделал, скажу сразу, не с первого раза, но буквально за пару минут, за пару попыток я все правильно сделал, понял, как это делается, потому что в официальных чатах и каналах сообщества были инструкции, как это делать. В общем, я все это прошел и получил доступ к своему кабинету. Почему все это сделали? Это сделали, я так понял, для того, чтобы отсеять неактивных пользователей, потому что я посмотрел по своей структуре, и те партнеры, у которых не было депозитов, их просто у меня в структуре уже нет. Соответственно, для таких людей, если вы были просто зарегистрированы без депозита, то вам идентификацию проходить не нужно, просто заново пройти регистрацию. И все, далее вы сможете делать уже депозиты и работать в проекте. Для тех же, у кого были депозиты, как у меня, необходимо пройти идентификацию. Это, ребят, очень просто. Во-первых, вы нажимаете логин, далее вводите почту, пароль, вводите капчу, снова нажимаете логин, ну то есть войти. Далее у вас открывается новая страничка, там уже вы вводите логин, далее опять пароль. И вводите ID последней транзакции на пополнение в ProfitBot. Смотря откуда вы пополняли, либо с других проектов сообщества WebTalking Profit, либо с биржи CoinGalaxy. Я пополнялся с биржи и не так давно, поэтому мне данную транзакцию составить труда в принципе не составило. Я быстренько все это проделал и сразу получил доступ к своему кабинету. Если у вас на бирже CoinGalaxy нет номера транзакции, только стоят черточки, то, соответственно, вам необходимо написать в техподдержку либо ProfitBot, либо на биржу CoinGalaxy, чтобы вам на почту прислали и транзакцию, тогда все будет нормально. Уже, кстати, прошло несколько дней, до сих пор не все пользователи прошли идентификацию, и именно поэтому сейчас нет доступа к выводу, к пополнению и для создания новых вкладов. Искандер сказал, что как только все пользователи пройдут идентификацию, то сразу все откроется, ну, пополнение, выводы и так далее. Но также я сегодня увидел в чатах, что писали, администрация сказала, если в ближайшие 2 дня все идентификации не пройдут, то администрация тоже как-то будет эту проблему решать, и, скорее всего, уже проект будет работать в штатном режиме. На балансе, кстати, вот я сейчас нахожусь в кабинете ProfitBot'а. На балансе у меня больше 80 долларов и более 2 токенов Rido. То есть, если в сумме, то более 100 долларов у меня на балансе, которые я тоже могу вывести. Но выводить я буду лишь часть, потому что как только откроется возможность, я сразу на своем канале сделаю ролик, как я вывожу на биржу, чтобы показать, что проект все-таки будет платить, потому что это так и будет, я уверен. И часть денег я снова инвестирую, потому что в ProfitBot добавили новые планы, добавили 2 тарифных плана, это премиум 100 тысяч и премиум 10 тысяч. Премиум 10 тысяч стоит $30, покупается он за токены Rido и будет приносить 0,9% в сутки на протяжении 200 дней. А вот премиум 100 тысяч, стоимость $10, покупается он за монетку VEC. И начисления будут идти тоже в Rido, но тоже условия такие же, по 0,9% в сутки на 200 дней. То есть классные условия, плюс проходит конкурс, точнее, как только откроется возможность уже покупать вот эти пакеты, то будет начат конкурс. Конкурс заключается в следующем. За каждый купленный пакет вам будут начисляться баллы. За пакет за $10 1 балл, за пакет за $30 3 балла. Соответственно,
Как только все это разойдется, то тот, у кого будет наиболее баллов, займет первое, у кого чуть меньше второе и так далее. Будет всего три призовых места. На первом месте будет разыгрываться MacBook, на втором iPhone 12 и на третьем, по-моему, часы Apple Watch, если я правильно помню. Вот такие классные призы, так что в конкурсе тоже можете поучаствовать. На этом новости по ProfitBot'е пока что закончены. Как я и сказал, как только здесь все откроется, то есть будут открыты пополнения и выводы, я сделаю отдельный ролик и все вам это покажу. Я уверен, что здесь все будет нормально, но сейчас переходим к другой теме. Как вы знаете, у меня также на канале были уже ролики и презентации. Должен был быть стартовать новый проект Matrix 120. Это матричный проект от сообщества WebPocket Profit. Но его отменили, потому что, как сказал основатель сообщества Искандер Хасанов, отменил он его потому, что он хочет, чтобы все проекты, все маркетинги в сообществе были полностью рабочие. В данной матрице был рабочий, в принципе, маркетинг, но он сказал, что хочет, чтобы в каждом проекте даже тот, кто не умеет приглашать, смог заработать, то есть чисто на пассиве. Именно поэтому, скорее всего, этот проект отменился. И позавчера, в понедельник, 22 февраля, была презентация нового проекта, который стартует 3-5 марта. Это, ребят, очень крутой проект с очень крутым маркетингом. Как писали в чатах, это гибрид криптоакселератора и матрицы. Там очень классный маркетинг, так что если вам интересно, вы можете посмотреть у меня на канале презентацию, где Искандер объясняет весь маркетинг и как будет работать проект. Я, кстати, подсказочку вверху где-то там оставлю, также сможете по ней перейти. Суть такова, что если вы будете работать, также строить команду в новом проекте, то всего с 30 долларов, ребят, вы сможете заработать 100 долларов. Если пройдете всего 4 матрицы. Но матрицы — это не совсем правильно, потому что вы будете покупать лицензии, и там уже под вами будут строиться люди, выстраиваться команда. Впрочем, как я и сказал, чтобы понять полный маркетинг, вам нужно посмотреть презентацию у меня на канале с Искандером Хасановым. Там он все классно объяснил, и если честно, я когда услышал этот маркетинг, я был просто в шоке, вошел в азарт и сразу захотелось скачать этот проект, потому что заработать с маленькой суммой можно будет очень-очень классно. Ну что ж, на этом, наверное, я буду это видео заканчивать. Пишите в комментариях, если вам понравился вот такой формат. Возможно, такие ролики будут, скорее всего, точнее, они будут еще в таком формате. Также, скорее всего, на YouTube я постараюсь иногда делать прямые эфиры. Тоже будем говорить о заработке в интернете. Так что пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, либо же, конечно, если вам не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И увидимся в новых видео.